Синий автобус. Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас у Димочки день рождения. Артмания. Димочке исполняется сегодня у нас 3 года. Артмания, 3 года. Да. Диме исполняется 3 года. У Димочки день рождения. Да, Дима? Дима у нас, посмотрите, уже такой взрослый, такой же красивый. Кудряшечки еще чуть-чуть остались, немножечко есть, да? Хоть его, конечно, и пытаются все постричь, отстричь скорее эти кудряшки, но все равно они еще есть. Иди сюда, покажись. Да? Димочка сегодня уже с утра помылся, да? Помылся? Я мылся. Как ты мылся? Голову помыл, намыл, чтобы были кудряшки, да? Тебе останется на память все это, да, Димочка? Димочка в свои 3 года и до 3 лет уже очень много всего умеет. Умеет уже и стирать научился недавно. У него, кстати, очень хорошо получается отжимать, именно вот стирать. И как-то даже пятна очень быстро исчезают почему-то. Как-то вот мы взрослые, стираем, и бывает остается. У него прям очень хорошо получается. Чуть-чуть посуду мыть умеет, пилить, забивать гвозди умеет. Это, кстати, в следующих влогах вы это увидите. После этого ролика. Вот. Очень много всего. Мыться уже сам научился, да? Я, знаете, честно говоря, никогда не думала, то, что ребенок в 3 года... Три года уже будет практически как взрослый человек, который будет уже, в принципе, все-все уметь. Вот это, кстати, я никогда бы не думала. Мне всегда казалось, что ребенок до там 7-8 лет, ну, как бы остается ребенком. То есть, ну, в принципе, ничего особого не умеет. Что даже ребенок там посуду начинает мыть, там где-то в 10, там, не знаю, 13 лет, что ли, я, по-моему, 16-13, по-моему, мыть начали посуду. Не знаю, может быть, раньше. Уже не помню. Вот. А тут, в принципе, его можно тянет, он может спокойно залезть, там, помыть тарелочку, допустим. Там, ну, аккуратненько, конечно, все посложнее немножко, потому что она стеклянная все-таки, как бы разбиться может. То есть это довольно очень интересно. Да? Что ты еще умеешь, сына? Ты решил рядом с мамой сесть, да? Давай, садись рядом с мамой, вот так будет нас видно, да? Что ты еще умеешь? Расскажи. Кушать сам, скажи, я умею. А, чистить яичко Дима уже, ну, правда, давно уже. Больше полугода как умеет. Картошечку недавно чистил. Тоже прям хорошо получается, да? Ну, куда ты уходишь-то все? Не сидит на месте Дима. Дима у нас очень активный. Особенно вот сейчас, последние, наверное, месяца 3 где-то. 3-4 месяца он очень сильно активно стал. Это, я не знаю, это просто бывает кошмар. Он просто вот он просто носится. Не знаю, это ужасно. Вот, и, конечно, зачастую у нас в квартире бывает просто бардак, потому что все, что он видит, он все это сбрасывает на пол. Это просто ужасно. Вот, но слава богу, пока что он куда-то там не залазит и не спрыгивает. Вот это слава богу. То это было бы, конечно, еще сложнее. Просто он сейчас об этом не знает. Поэтому все так это. Сейчас скажет, что ты вот делаешь там? Ты сейчас мне пытаешься содрать шторину, да? Шторину. Кто-то мне даже свекровь, по-моему, рассказал, что якобы он что-то не вис на ней. Вот, но я, честно говоря, не верю. Я верю своему ребенку только. Она, кстати, пыльная. Ты в курсе? Вот, за этот год, значит, у нас Димочка болел сколько раз. Обычно я это всегда вспоминаю, потому что первый год жизни он один раз болел, второй год жизни он тоже один раз болел, по-моему. Второй вот и третий вот он год прошел. Он болел раза 3, наверное, мы цепляли вирус. Ну, то есть, все равно тоже довольно мало, при том, что ребенок у меня, то есть, не грудным молоком питался, а смесью. То есть считается, если ребенок питался смесью, то он часто заболевает, но у нас был наоборот. Он очень-очень редко болел с самого рождения. Только вот в этот раз он зацепил 3 раза вирус. Один раз там что-то у меня болел, не помню. Второй раз со свекровью они подцепили его в магазине. И третий раз он у меня руку обрезал с улицы. Пришел, я не успела просто помыть.
Ему, видимо, это очень нравится, облизывать грязные руки, как бы как не отомстить, а как это показать родителям, мол, о, смотри, я облизал, типа смешно. Вот, и поэтому мы прям домой приходим, сразу его руки держу, сразу это, веду его мыть и сразу мою, чтобы сначала помыть, а потом, чтобы, не дай бог, что-нибудь зацепить. Вот. Надеюсь, что дальше мы не будем больно болеть. Когда ребенок болеет, хоть ты знаешь, что все будет хорошо, что он выздоровеет. Будь здоров. Спасибо, ба. Вот, научился. Вот, да, когда ребенок болеет, конечно, знаешь то, что он выздоровеет, но переживаешь. Я очень сильно худеть начинаю в этот момент, прям на нервах, на стрессе. Там длятся эти 3-4 дня, там последний раз был 4 или 5 дней, это было очень жестоко, жестко. Вот, все равно переживаешь, конечно. Хотя мне говорят, да ладно, не переживай, все пройдет, все равно переживаешь. Мало ли, все равно бывает осложнение и все такое. Да? Так, что еще? А, Дима. Так, Дима, она знает алфавит полностью. Но это уже в 2,5 года он выучил его. Как-то, кстати, очень быстро. Цифры он до 10 считать умеет, немножко уже считает до 30. Хотя считали мы с ним один раз, но он как-то так запомнил их. Ну, в принципе, считает. Вот сейчас пока вот тут лето, мы еще какое-то время не занимались особо. Он отдыхает, что-то как-то в разъездах туда-сюда и как-то не удается. Да, Дима уже давно учится с 2 лет и 10 месяцев читать по слогам. У него, кстати, немножечко получается. Самое интересное, знаете, получается у него, то есть, допустим, слог «ду». Я говорю, вот смотри, слог «ду», «ду». И он такой молчит, а потом такой «подушка». Говорит, там же есть вроде слог «ду». Блин, вот это вот меня просто удивило. Думаю, блин, мне даже самой сообразить это очень сложно. Какой слог есть в каком слове у него. Вот это вот вообще прям очень быстро. Вот. Слоги, что я еще хотела? Забыла. Так, все, забыла я. Ну ладно, вот короче, он все вот это у нас знает, да? Слова, читать мы учимся. Вот. Ну, постепенно мы стараемся учиться. Я стараюсь не загружать ребенка больно прям занятиями. Все-таки у него детство еще, он маленький. Побольше, чтобы он играл. А, машинки он начал играть относительно недавно, наверное, с месяц назад как. Прямо это играет уже так все. Конструктор он 2-3 месяца, наверное, назад начал играть. Там даже далеко. И все. Я позвала упасть за себя. Ой-ой-ой, что ты там делаешь? Шторки. Шторки, все со шторами, Дима у нас. А, конструктор начал играть, прям сидит уже намеренно, что-то там строит, играет. То есть раньше как-то разбрасывал, то сейчас уже сидит, играет такой. Уже, то есть можно дать ему конструктор и самой уйти, допустим, правда, ненадолго там куда-то на кухню что-то приготовить. Потому что в обычный момент там готовишь на кухне, слышишь из комнаты там бабах, что-то упало там. Бежишь, думаешь, господи, что там упало? Он там что-то безобразничает, хулиганит. Мне сейчас, кстати, ее запутаешь еще добавка, эту шторину. Вот, что-нибудь там упало, что-нибудь он там опрокинул, что-то перенес туда-сюда. Просто кошмар, как Юла. Иногда думаешь, господи, откуда у него силы? Он носится, носится, носится. Носится вот там. Да, да. Да, носится Дима, да? Вот там носишься. Энергии у тебя сколько? Я в детстве была вообще спокойная. Сидела просто там с какой-нибудь игрушечкой, там часами могла просидеть, не вставая. Уж у меня тоже был спокойный, по-моему. Не знаю, у кого ты. Так, и что мы еще хотели? Ну, в принципе, все остальное он умеет. То есть я думаю, что в следующем году мне будет интересно посмотреть этот ролик и сравнить. Иногда даже, знаете, интересно сравнивать других детей, которым также 3 года или 2, 2,5, там, знакомых, там, этих у родных, там, вот, сравниваешь там со своим ребенком, а что мой ребенок там умел 2 года, 2,5, там, что, как было. Вот. Ну, Дима развивается довольно быстро, и он с самого рождения у нас начал физически очень быстро развиваться. Я помню, после роддома мы лежали в больнице, и было ему там где-то дней 8-9, наверное.
Я помню, как на животе он лежал и держал голову. То есть уже держал голову тогда. Я помню, еще девчонки там удивлялись, мол, ни у кого там она толком не держится, там то ли не держится, то ли там потряхивает там ребенка, что ли, я сейчас не помню, а мой уже держал голову, лежа на животике. То есть тогда еще я поняла, что ребенок будет физически развиваться очень быстро. Да. Вот, и также в конце ролика я поставлю фотографии, какая я была во время беременности, какой у меня был пузико огромный, и поставлю фотографию, первую фотографию Димочки, когда он родился, какой он был смешной, какой он был пухленький, он был немножечко, конечно же, другим, поскольку во время беременности я кушала очень много, особенно меня тянуло на халву, ужасно тянуло, что там в сутки, по-моему, по пачке съедала, не знаю, не могла остановиться, вот. И, конечно же, Дима родился тоже довольно большим, то есть он по размеру был не как месячный малыш, а как трехмесячный малыш, что ли. Кто-то мне говорил, там я сейчас уже не помню. То есть он прям родился большой такой. Вес у него был 4 килограмма 650 или 500, а 560, по-моему, как-то так. 4 килограмма 560, то есть у меня прям огромный такой был живот, и Дима, конечно, родился большим таким, с такими большими пухлыми прям щечками у него были, губки такие маленькие, прям бантиком такой, симпатяшка. У всех детишки маленькие, а у меня такой огромный был, пухленький, толстенький был, да? А сейчас Дима, кстати, у нас вес набирает очень-очень плохо, и вот в течение года, даже больше, мы прям очень-очень тяжело набирали. А потом вот до болезни всех этих вирусов, кстати, Дима начал набирать вес. Вот-вот-вот уже начал набирать, но после болезни у нас опять все остановилось. И, кстати, у него питание плохое, он уже не хочет особо кушать, очень сложно. Сложно сейчас опять набирать вес. Очень тяжело, он очень мало кушает. Что там делаешь? Вот. Короче, вот так, не буду вас затягивать. Сколько у нас там времени? 13 минут уже, а то у нас точно никто не будет смотреть. Да, Дим? Иди сюда. Вот. Мы, кстати, нарядились. Забыла я сказать, что мы нарядились. Дим, иди сюда. Чего ты? Встань спокойно. Нарядились мы. Посмотрите, у Димочки какая кофта, маечка. С самолетиками. Даже когда он выходит в этой маечке, на улицу к нему подходит и говорит, какая красивая девочка. Ну, надо же. Я думаю, да что ж такое-то, а? Думаю, ну, во что мне одеть сына? Чтобы было видно, что это мальчик. Думаю, блин, ну у него такие классные кудри, мне вот просто не хочется их стричь, они, потому что, ну блин, так классно, им так идет, такая мордашечка. Вот, ну вот постоянно, ой, девочка, девочка, какая девочка. Мне иногда кажется, вот идешь с ребенком там по улице, иногда кажется, что подойдет какой-нибудь дедушка и скажет, зачем вы, дочь, одеваете мужскую одежду. Мне вот иногда вот прям вот так кажется, что сейчас вот-вот подойдет, потому что ну, народ ну, просто смотрит так очень странно. Как будто там, я не знаю, как будто, знаете, вот мужчина оденет платье, да, и пойдет по улице, на него будет странно смотреть. Это вот было, вот, ну, на улицу примерно так иногда бывает. Вот, я, кстати, сегодня тоже нарядилась, я накрасила глазки, немножко губки накрасила. Кто-то мне писал, что мне эта губная помада очень идет, я очень люблю розовые тона. Дима, ну хватит, что ли. Волосы свои распустила, остатки, вернее, волос уже. И у меня еще тут вот кофточка классная. Классная кофточка. Кстати, на улицу я, по-моему, так и не одела. Еще ни разу. Вот она у нее такая резная, ну, классная. Мне, кстати, тоже кто-то писал, что она мне очень идет. По-моему, как раз я обзор синтезатора делала как раз в этой кофточке. На сегодня мы с вами будем заканчивать, иначе ролик у нас получится очень-очень длинный. И сейчас дальше там смотрите фотографии. Кто на нас не подписан, обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии свои, поздравления Димочке, там и все такое. Вот. И давайте всем пока-пока. С вами был канал Артмания.